Не каждый день в театр Натальи Бондаревой приезжают гости из Баварии. Заслуженная артистка России для них приготовила подарок – уникальный спектакль, который практически полностью построен на традициях русской культуры. Тот эффект, который мне хотелось бы, да, вот как-то вот встретить так, чтобы они запомнили и поняли, что мы реально бережем свою землю, и мы ей дорожим. Поэтому мне хотелось, чтобы они запомнили эту встречу. И я рада, что это получилось. Немецкие школьники хоть и изучают русский язык, но владеют им не в совершенстве. Поэтому трудности с переводом были, но только в самом начале. Главную мысль спектакля ребята уловили практически сразу. Тема любви, верности и отваги понятна без перевода. Когда ты включаешь из себя другое, отдаешь свою любовь и свою душу, и свою искреннюю молитву за всех людей, которых ты видишь, которые приходят к тебе, и когда ты хочешь, чтобы все были счастливы. Я очень хочу, чтобы все были счастливы. Просто если все будут счастливы, и ты будешь счастлив. Главная героиня сказки отправилась в опасное путешествие. Благодаря смелости и помощи друзей Аленушка преодолела все трудности и вызволила из рук кикимора царевича. Было очень хорошо и все здорово, и нам всем понравилось. Костюмы актеров, декорации, народные инструменты – все это погрузило гостей в русскую культуру. Звуки гусли не только привели в восторг кикимору, но и всех зрителей. Добро восторжествовало, Аленушка обрела любовь и суженого. Зрители долго аплодировали артистам, которые подарили им незабываемые минуты радости и счастья. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».